Если вам нравится поэзия, если вам нравится русский романс, если вам нравится испанский романс, если вам нравится аргентинская танго, и вы хотели бы все это увидеть в симбиозе, в единстве, вы просто обязаны прийти на мой музыкальный спектакль. Обещаю, будет очень неожиданно и интересно. И, конечно же, женщины. Особенно для вас, потому что это история «Де Ун Амор», это женская история. Она с вами. До встречи!